Всем привет, это веселые минутки. Гамбит И я Хэллоуин. играю Гамбит. Ого. Да, все. Я не знаю, какой ход дальше делать. Е5? Нет, ну можно О. так. Довольно скучный, по-моему, вариант. Я вообще не понимаю, что тебе в нем нравится. Вот получается какая-то такая позиция, что мне Ну, делать дальше? понятно, что если черный скидывает просто как бы фигуру, то ну получается равенство полное. Ну, у нас. Белый-то получше, наверное, но не то, что ожидаешь такого гамбита. У нас тут опять какие-то подлагивания, я чувствую, что Да-да-да. данная сессия веселых минут долго не продлится. Не, ну пока-то все в порядке. Не, ну, в порядке, я имею в виду, что подлагивания есть. Ну, не страшно. Почему не слон g5? Слон g5 думал. Жахнул. Безумный хит шаг. Но не самая удачная идея. Нет, почему, а чё? Так. Так. g5? g5? G5 ферзь f4 меняет ферзя, я думаю, что он дойдет. И мы стоим абсолютно безнадежно в первой же партии. Минутки получились довольно-таки короткими в данном случае. И флаг не рубится, да? Да, не растет кокос. Флаг не рубится и кокос не растет. И я зеваю слот d5, который не работает, а работает вот в таком порядке ходов. Может быть, он тоже недавно ник завел, что он неплохо играет. А нет. Нет, не снимаю. Подозрения сняты. Так. Так, ну 15 секунд у нас. Все нормально, мы продержимся. Ты видишь, мы выиграем эту партию. Слушай, у тебя. Ой, он пронес мимо. Не страшно. Не-не, мы выиграем. Тут мата Вообще, нет. конечно, когда сидят ладью, выиграть будет тяжело. Но кого это волнует? Так, ну вот уже флажок начинает падать. Король идет ставить мат. Нет, тут никто не даст поменяться. Никита завис, Да. трансляция зависла. Ну, лично у меня зависла, но мы все ждем. О, чудо Бью, свершилось. шахью, бью тут. Вот что-то наладилось. И это победа. Еще Это нет. победа. Слушай, ну тут выстраданная какая-то получилась. Да. Смотри Блестяще. на твой красненький, на твою красненькую компенсацию. Понятно. Если мы с ним продолжим играть, ну, ролик закончится моментально. Ладно, жмем на паузу, ждем следующего. Даже не жмем. Играем с Играем с ним. ним же. Да. Нет, он не хочет. Нет, с ним же. Он не хочет. Жмем на паузу, в общем. Александр Дылык, 2300. Сразу нам дают жесткого соперника, мы играем каракан. Да. И я промазал. А нет, ну все, все срослось. Вот. Получился вариант Лапина с перестановкой ходов сицилианки. Пойду ферзь d8. Ход не самый сильный, но для блиц сойдет, потому что против изолятора играть довольно легко. Нас начинает привязываться к пешкам. Мы играем ферзь c7. Проверим, найдет ли он на f4. Не нашел. Собственно, это было ожидаемо. Бьем. Бьем. У нас уже лишнее? Нет. Бьем. Да, у нас уже лишнее. Как-то все быстро закончилось в этой партии. Ну и... Александр Делык сейчас капитально задумался. Мы отдаем слона, но мы можем после этого сделать длинную рокировку, кажется. И в итоге получить мат по этим открывшимся линиям. Перспектива, я тебе скажу, сомнительная. Ладья g8. Какая только. Вот это, наверное. Конечно, ладья наш 8 же 8 просто монстр. Монстр блица. Шах. И так. b3 нам не страшно. На мат, ну не на мат, ну. Так, ладно, надо, наверное, уже поаккуратнее играть, а то можно и доиграться. Так, напали на мат. b6 шли. Мы сами хотим ферзь c6 пати. d8. Лишнее качество, шажок. d8. sd5. Все, Поменяли, и победил. мы получили то, что надо. Размен друзей — это самое важное в шахматах. Ну все, с лишним качеством здесь я не думаю, что составит труда. c6, король d5.
rc4, ладья c3 и провели ферзей. Провели ферзей, он тоже проведет ферзей, у нас довольно мало времени. Надо вести, ведем, бьем, ведем, шах. Не дает съесть, ладно, ведем второго ферзя. Продолжаем вести, мышка подглючивает. Реклама Съели. того. Да. Не дали нам рейтинга, к сожалению. Ну что, мы продолжаем? Да. Две партии подряд выиграли. Все. Невероятное достижение. Да, и почему-то люди в отказ идут. Е3. Нет. Довольно забавно. Слушай, можно вообще... Ну да, Е3. давай 15 поиграем. Почему бы нет? Смотри, сколько мы партий подряд уже выиграли, считай. Не считается. О. О, он играет, знаешь, посмотри. Он, видимо, ждал, когда белые дадут, я понял. Только белыми играют. В этом все дело. Саня, у меня еще как-то мышка странно работает, почему-то я мимо клеток попадаю. Это у тебя не мышка странно работает, а руки. Я тебе секрет открою. Так. Мы напали на... Что-то вообще сейчас позиция странная стала. Хотим дать мат. У нас пока это не очень получается. Не, все получится. Не, ну слоны активные. Эффект. Сейчас будет кто-то шаг за 4, но вроде толку особого нет. Оу. Точно не знаю, тут уже на выбор можно. Ферзь F4, мат, ферзь H3, мат, ладья G5, мат. Давай вот держи 5, самое. Мы же уже раз... Ферзь F4 самое такое. Быстрое. Тонкое и быстрое. Шах за 4 это единственный способ затянуть сопротивление. Потом можно еще слон F8 шах дать и ферзь D7. Все посчитал. Не, F3, конечно, выручало здесь. Сильный ресурс, который не заканчивал борьбу сразу. Е3, H3, G4, G5, Аля H4, Накамура. снова H3, Е2. Мы недавно вот с Олегом играли целый матч в таких краевых дебютах. Как все закончилось? Далее, как сегодня, я не буду говорить. B3, Все было плохо? я H1, да. Слон B2. Нам зянули ладью. Мы не будем ее брать. Почему? Кого интересует ладья? Также 4. Напали на мощнейший вскрытый шаг. РФ. Также 7. Меняем ферзей. Меняем ферзей. Мы меняем ферзей. И все заканчивается. Не, ну, я с тобой согласен. Ты что, даже не возмущаешься, что я поменял ферзей? А как ты... Ух. Вот это жертва. Это жертва. Такая бешеная активность. Как сегодня я наблюдал партию вживую, и один молодой человек пожертвовал ферзя за три пешки. И в итоге Три шаха. загнулся через четыре хода. Причем он именно пожертвовал, там можно было на месте стоять, и ничего бы страшного не произошло. Может быть, нас еще обыграют, на самом деле. Потому что мышка работает плохо, или руки, но тоже в зависимости от... Почему вот эти последние надежды? Ладья H1, для чего это? Ша. B4. И мат. Победа. Так, это третий или четвертый? Не знаю, не важно. Но довольно много мы уже выиграли. У Нужно нас целых считать. 1667 рейтинг. Напомним, что это наш новый аккаунт. Итак, соперник тысяч... опасный, 1300. Король d2. Король c2. Король b3. Король a4. Король b3. Король c2. Ну, король d2 и король e1 это сильнейшие в этой партии. Так, ну мы... мы продолжаем. Так, Никита, по-моему, сейчас мы Все, один... он не выдержал этой атаки, и теперь убили лишний материал.
Дебют бешеного короля. Так, что это такое? Ой, я что-то не могу взять, как так? Слушай, Это ну типа... элегантная самая вилка. Элегантная самовилка. Слушай, заканчивай. Это харакири какой-то. Король на вперед пошел, смотри. Под мат. Из короля невозможно добиться победы в этой позиции. Прогресс, ладью взяли. Ну, это вечный шаг, куда бы спрятаться? Наверное, будем объедать вешки. Ну, сейчас Е5... А, нет, он не ходит, не захотел дать шаг. Смотри, сейчас реально шаг будет. Вечно. Ужасно. Целый шаг будет. Как я тут переживу? Зачем? Нет, не надо брать фрагмент. Лучше мат в один ход. Цель съесть пешки? Королем. Король должен решить судьбу этой партии. Ну это, кстати, легко это осуществить. Просто ладью c8, короля на... А, стоп, я так не помню. Я ищу как мат короля отдать, ну ты понял. Я знаю как, ладья b8, король c8, и король c7 мат. Да-да, я об этом тоже подумал. Отличная идея. Так, ладно. Пятая победа. Да. Черными. Против босса. Так, ну тонкий перевод коня на e6. Мы защищаем слона на g7, в этом вся идея. Соль. Называй да. Солью. Так. Посмотри, какая шикарная голландская получилась. Конь уже стоит там, где надо. Заранее подготовили. Но да. H4 неприятный ресурс. Все, не выдержал и пошел в безумный гамбит. Это то, как я тебя обычно обыгрываю. С тобой неинтересно играть. Ты постоянно напрашиваешься, чтобы огрести. Я не знаю почему. Да, конь f2, интересный удар. Почему ты не захотел? Ну, на g6 как-то испугался. Это уже страшно, ты понимаешь? Страх — это очень сильное чувство, его практически невозможно перебороть. Я тебе по секрету скажу, ладья так не ходит. Упс. Честно, буду давать мат. Довольно обидно. Ну, короля на h7. Тонко. Нужно менять фигуры, ты забыл? Да, да, да. Да, только, конечно... Как бы тебе сказать-то? После e5, да? После e6 могут возникнуть небольшие проблемы. Именно мат. Так, ну пока ничего страшного. Сейчас он ферзя займет. Ферзь e8, блин, я думал, ферзь e8 будет. Да все отлично. Отличная позиция. Перекрыли линию f. Давай, меняй ферзей. Ферзь f6, да что ж такое? Ну, не понимаю, в чем вся суть шахмат человек. Вот поэтому его флаг уронил. Ну, слон c2 самый простой. Да. У него компенсация лага. Нет. Поехали. Конь f3. Конь f3. Шестая победа. Слишком сильный ход оказался. Обычно мы играем c3, король d2, и там уже научились бороться с этим бигутом. А вот конь f3, конь g1, это пока... Тайна. Противоядия черные не нашли. Нет, ну а сколько так играть можно? Смотри, отнял поле. Давай другим конем. Слушай, ты сейчас так, ну реально огребешь. Ну, грибуй хорошо. Сейчас он накинет на h3. Пусть накидывает. Смотри, сейчас мы упакуемся красиво. Крепость. Строим крепость. Держимся.
Меняем фразе. О да. О да. Он поменял фразе. Еще даже шаг не выписал. Теперь все вообще отлично. Король Е2. Не, надо, поле Е2 надо для коня оставить. Все. Конь на D4 машина. Правильно, я вполне понимаю наших соперников. Это, ну, очень тяжело бороться с такими серьезными дебютными разработками соперника, вот именно в пулю, потому что, ну, это явно же была подготовка, а разобраться с доской ему было тяжело достаточно. Тем более, когда на часах постоянно очень мало времени. Да. Поэтому я всем рекомендую вот эти дебют за белых. Он проигрывает фигуру форсира. Конь F3, конь G1. Король прячется на поле. На поле. Идет два ферзя. Ужасно. Уже Мы один. их отдаем по очереди. Всех ферзей пожертвовал, ты смотри. А4. Мы срубим флаг, тут все понятно. Шалах. Ну да, абсолютно ужасно играет человек. На b7. И у нас лучшие ладейни. Отлично. Блестящие. Просто сумасшедшая. Е3. Король Е2. Король Д3. Король Д3 заманчиво, но все-таки рискованно, как думаешь? Давай, риск, ну ладно. Не пьешь ты шампанское. Да, не прошел маневр в эту сторону. Придется сейчас вести короля в другое место. Кстати, у белых, наверное, получше позиция так-то. Бьем. Сейчас он целый шаг даст на c3, он не сможет удержаться. Нет, смог. c3. Шах. Шах. Отлично. Конь D5, нет. Нет, вот, смотри, мы солидно играем. Брай ладью из-под боя. И развиваемся. Развить это очень важно. Практически так же важно, как ферзей. Размен ферзей, конечно, важнее, но... Поэтому лучше зевнуть ферза. Почему бы и нет? Зачем нам нужен ферзь? Слабейшая фигура на доске. Вообще у нас маловато времени. В этой партии у него есть небольшие шансы проиграть не очень быстро. Стоп, ну уже у нас Лишний ферзь. лишний Лишний. лишний. Все. Пожалуйста. Может, Смотри, два. сейчас после того, как король уйдет, мы сделаем очень четкий ход А3. С Мы идеей забираем поле B4 у коня, ограничить коня. теперь мы его ловим, смотри. Только что пошел. Сильно. Да, Шах. шах. Как это? Еще один шаг. Посмотри, два шаха подряд дал. Теперь мы тоже два шаха подряд должны дать. Иначе это будет как-то не солидно. Ладно, первая часть закончилась. Выпуск номер один. Ставьте Ехали. ставки, ребята, на каком выпуске закончатся эти веселые минутки.